Крымчане, 2 мая будет проходить всероссийская акция под названием «Помним». Она будет посвящена событиям, случившимся 2 года назад, 2 мая 2014 года, возле Дома профсоюзов в Одессе, где невинно были убиены наши соотечественники, отстаивающие русский мир. Просьба всех общественных деятелей, просто людей, которым не безразлична та ситуация, которая развивается вокруг и внутри русского мира, почтить память этих людей следующей акцией. В своих городах в виде свечей выложить надпись «Помним» и с плакатами «Помним, не простим, Одесса, наша земля, Одесская Хатынь». Принципиально важно, чтобы данная акция прошла без какой-либо политической окраски, то есть какие-то флаги, символику партии либо движений нежелательно приносить. Фото и видеоотчеты просьба присылать на наш e-mail, который вы видите на экране. По этим отчетам мы снимем итоговый ролик.